Андрей. Дорогая моя Лидочка. Нет, дорогая моя подружка Лидочка. Сегодня вспомнила, сколько же лет мы с тобой знакомы и дружим. Да, около 35 лет, представляешь? Вспомнилась наша школьная жизнь, как мы с тобой дружили, как мы с тобой ходили в Дом пионеров, записывались на разные кружки, то гимнастика, то танцы, то еще что-то. Как мы гуляли, как мы у вас за домом на качелях качались и крутились на карусели. Вспомнила, как я уехала после 7 класса, и мы с тобой всю жизнь переписывались, делились самыми заветными тайнами. Жизнь тебя, конечно, не баловала, но ты такая отличная подружка, у тебя такое большое сердце и красивая золотая душа. И деток ты своих безумно любишь. И отличная ты мама, заботливая, любящая. У тебя вот юбилей наступает. И я хочу пожелать, конечно же, прежде всего, здоровья тебе. И счастья. И я знаю, что ты будешь очень счастлива, если твои мальчики будут жить хорошо и счастливо. И я желаю ребятам, чтобы они никогда тебя не забывали, что у них отличная мама, им очень повезло в жизни, чтобы они о тебе заботились, чтобы они всегда, всегда помнили, что ты их очень сильно любишь, больше всего на свете. И я знаю, что когда будут они счастливы, будешь ты счастлива. Я тебе этого очень сильно желаю. Я тебя очень люблю, потому что ты замечательнейший человек, замечательный. И мне очень повезло, что я дружу с тобой, и что мы встретились однажды со школы вместе, общаемся столько лет. Я этим очень сильно горжусь. Еще раз поздравляю тебя. Пусть у тебя все в жизни будет хорошо. Все будет хорошо. Я тебя очень сильно люблю, моя хорошая и родная подружка. Привет, подруга. Поздравляю тебя от всей души. Ну что, вот мы уже и достигли рубежа, когда нам жизнь ставит пятерку. И не просто 5, а дважды. Мы достигли того возраста, когда нам все можно. Подумаешь, по документам пенсионерки, зато в душе нам 35. И это говорит о том, что нам все можно. Так что желаю тебе всего-всего позитива, оптимизма. Держи хвост пистолетом. Я тебя люблю. Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам, а вода по асфальту рекой. И неясно прохожим в этот день непогожий, почему я веселый такой. Ах, я играю на гармошке у прохожих на виду. К сожалению, день рождения только раз в году. Дорогая Лидочка, поздравляю тебя с юбилеем. Я желаю тебе в первую очередь здоровья, чтобы с годами красота твоей души и тела не уходила, чтобы каждый твой день был наполнен смыслом, и ты при этом была счастлива. Ты, как никто другой, заслужила собственное счастье и спокойствие. Я тебя люблю. С днем рождения поздравляю и любви. Растет весна, с днем рождения.
всем привет. Это семья Дьяченко, старшего сына. Мы хотим тебя, мам, поздравить с днем рождения и пожелать благополучия, здоровья, чтобы ты была радостной, жизнерадостным человеком, когда знаешь, что двое детей у тебя уже, они женаты и хотят иметь детей, хотят иметь продолжение рода. И от всей души мы тебя поздравляем, желаем, чтобы в твоей жизни была радость, мир и любовь, чтобы ты была способна любить людей, могла прощать людей от всего сердца. Ну и самое главное наше пожелание, чтобы ты однажды встретилась с Богом, с Иисусом Христом и полюбила его всем сердцем, как однажды мы полюбили. И радуемся теперь. Бог меняет нас. Прими еще раз от нас все пожелания от нашего сердца. Целуем тебя и любим. Аминь. А этот праздник день рождения. В нем есть музыка весенняя, как сбывающийся сон, хмель вина и песен звон в дом приносит дом. Этот праздник день рождения, в нем живет печаль осенняя, потому что каждый год он настойчиво ведет годом нашим счет. Мама, поздравляем тебя с днем рождения. Что хочется пожелать? Много-много тебе здоровья, чтобы все болячки от тебя ушли, чтобы ты была самой веселой, жизнерадостной. Вот, я пошел до шкафа. Давай. Ну, от себя хотелось бы пожелать вам, улыбайтесь, пожалуйста, всегда, всегда-всегда. Мы постараемся никогда вас не разочаровывать. Обещаем воплотить ваши мечты, совместить с нашими мечтами. Я очень надеюсь, что скоро мы будем всегда вместе, каждый день. Ну что ж, мы вас очень любим, всегда скучаем, ну и поэтому первую мечту вашу осуществляем. Прошу подарок! Все быстрее.